Какие составляющие нужны для того, чтобы в совершенстве овладеть профессией журналиста? Достаточно ли для этого только теоретической базы в сочетании с практическими навыками? Или эта профессия требует постоянного саморазвития и останавливаться на достигнутом смерти подобно? Об этом и многом другом студенты-журналисты филологического факультета университета Лобачевского говорили на встрече с известным теле- и радиожурналистом Виталием Ушкановым. Само по себе получение диплома журфака, повторюсь, не гарантирует работу в средствах массовой информации. И только от желания, стремления конкретного человека на этом журфаке что-то найти, понять и научиться чему-то, может научить профессии. Виталий Ушканов – член Союза журналистов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат многих профессиональных премий и наград. 14 октября он провел для студентов университета мастер-класс, где рассказал не только о тонкостях профессии, но и о тех трудностях, с которыми будущим журналистам, возможно, придется столкнуться на выбранном ими поприще, а также ответил на вопросы. Вот вы буквально недавно сказали, что могли заниматься кулинарией, да, той же самой, если не журналистика. Так что же тогда вас подвигло именно заниматься этой профессией в первую очередь? Для меня журналистика – это возможность высказать свое мнение и донести, как мне кажется, какие-то очень правильные вещи до аудитории. Не очерняя действительность, не поливая ее, но просто с позиции здравого смысла, вот, наверное, ключевое слово – это здравый смысл. Атмосфера в ходе встречи сложилась дружеская и непринужденная, что свидетельствовало о взаимной заинтересованности для начинающих журналистов в общении с профессионалом самого высокого уровня, а для Виталия Валентиновича – в знакомстве с теми, кто придет в журналистику в ближайшем будущем. Любое поколение, которое идет на смену предыдущему, оно, безусловно, лучше. Оно лучше, оно мобильнее, оно умнее, оно лучше приспособлено к реалиям жизни. Оно, собственно говоря, и продвигает жизнь вперед, потому что предыдущие поколения, там, старики, условно говоря, в кавычках, они уже то, что могли, они сделали. Они уже сделали, они могут только либо комментировать то, что делают молодые, либо чему-то их поучать. Вот. Так что плюсов гораздо больше, чем минусов. После мастер-класса Виталий Ушканов стал гостем медиа-центра университета Лобачевского, где студенты-журналисты применяют полученные знания на практике, осваивая так называемую кухню профессии. Я даже позавидовал, искренне позавидовал студентам, которые в таких условиях могут познавать телевидение и учиться на нем работать. Мне кажется, что это вообще большая проблема, что на факультетах журналистики обычно дают много теории и дают гораздо меньше практики. И то, что и радийщики, и телевизионщики могут вот на практике познавать то, чем им предстоит заниматься, это, конечно, очень-очень хорошо, очень здорово, правда.